Продолжается замена лифтового оборудования. В этом году в рамках капитального ремонта обновят 87 подъемников в 24 МКД. На днях работа завершилась еще в одном доме. Там побывала наша съемочная группа. 14-этажная высотка на улице Космонавтов была построена в 1994 году. Грузовой и пассажирские лифты, которые служили в доме с момента его ввода в эксплуатацию, часто ломались. В замену старым подъемникам пришло новое современное оборудование. Чтобы не доставить жителям неудобств, лифты меняли по очереди. Муж спрашивал, а что же мы будем делать? Он звонил специально в эту организацию, они сказали, не волнуйтесь, мы будем поочередно. И ни одного дня, ни одного часа мы не страдали. Но отлично, я бы пятерку с плюсом поставила. Хорошо, работает исправно. Замене подлежат все лифты, перешагнувшие рубеж в 25 лет. От оборудования, служившего четверть века, округ избавится уже в этом году. Ставит задачу Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор. Со следующего года начнется другая программа. Мы будем заниматься, чтобы не было лифтов старше 20 лет. На сегодняшний день план этого года уже наполовину выполнен. 42 лифта, вошедших в программу капитального ремонта, заменили на новые. Полностью завершить работу подрядчики рассчитывают до 1 сентября. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.